Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня будем готовить очень вкусный рассольник на зиму. Для этого нам понадобится 700 граммов перловой крупы. Перебираем и варим до полной готовности в подсоленной воде. Добавляем нарезанный репчатый лук килограмм. Болгарский перец я взяла двух цветов, тоже килограмм я порезала. Морковь килограмм натерла на крупной терке. Огурцы 2 килограмма тоже натерла на крупной терке. Можно меленько порезать. И можно также по желанию отжать. Я не отжимала. Добавляем 2 больших пучка зелени. Зелень можно взять любую. Я взяла петрушку и укроп. 4-5 килограммов помидоров. Перекручиваем на мясорубке. Добавляем в кастрюлю. Также добавляем соль 3 столовые ложки. 5 столовых ложек сахара. Стакан растительного масла. По желанию можно взять специи. Я взяла хмели сунели 2 столовые ложки. Все перемешиваем и отправляем на плиту. Как только закипит, варим 30-40 минут. По готовности добавляю полстакана уксуса 6%. Перемешиваю все и раскладываю массу по баночкам. Баночки я простерилизовала и крышки тоже простерилизовала. Раскладываем по баночкам, закатываем и отправляем под шубу до полного остывания. Вот такой рассольник у нас получился. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!